Он еще с 1629 года. Вот. И как бы он является очень, ну, являлся еще до революции очень красивым был храмом. Вот, и после революции он был сильно разрушен. Сайт для Богоявленского храма – одна из последних и самых важных работ директора веб-студии Сергея Ильюшина. Вера – это то, что придает сил во всех, даже самых сложных ситуациях. У Сергея остеогенез – редкое генетическое заболевание. Ему 35, а рост его чуть более полуметра, а кости хрупкие, как стекло. Таких, как он, называют «хрустальный человек». Сергей обучался на дому. Окончив 11 классов, он начал работать над сайтом для районной газеты. Прошло время, и сейчас у него свой бизнес, приносящий хоть и небольшой, но доход. Конечно, у меня есть и дизайнерский взгляд. Просто в основном наш вкус определяет тот, кто заказал данный сайт. То есть мы показываем ему разные варианты, он уже выбирает то, что ему интересно. Остановись мгновение. Один щелчок, и память о людях, о событиях остаются с ним на года. Когда зимой Сергей не может из-за обострения болезни выехать на улицу, он просматривает эти снимки и вспоминает, каков он, этот мир за окном. Летом он наберется сил и съездит на море. Зеленые волны. Вот о чем он мечтает за снежные Балашихи. Ну, как это совсем по-другому, чем то, что нас окружает. Закат, восход. Вот, то есть вот это ширина обзора. Стрелец времен Ивана Грозного, Шерлок Холмс и Екатерина Великая. Интересы нашего героя выходят далеко за увлечение фотографией и создание веб-сайтов. Также он собирает коллекционные фигурки и занимается моделированием. Например, из такого макета может получиться такая красивая Ламборгини Диабло. Быть примером для людей с ограниченными возможностями Сергею не впервой. Кажется, он любит эту жизнь больше, чем здоровые люди. Наверное, потому что всего добивался сам. Красавицу жену покорил своим жизнелюбием. Познакомились они через интернет. Он окутал Марину цитатами и обаянием. Книги, художественные фильмы обожает с детства. Оказалось, у них общие вкусы. Теперь все свои победы он посвящает любимой супруге. Знаете, человек обычно ради себя мало что делает. Это общеизвестно, и поэтому, естественно, самые большие дела, подвиги, действия мужчина делает. Ради своей семьи, ради своей любви. Этот дом Сергей Илюшин выбрал не случайно. Он оборудован очень удобными пандусами. Уже этим летом он планирует проехать по этому пандусу на новой коляске. Говорит, что власти обещали помочь. А пока поддерживают соседи. Станислав Панков всегда рад встрече с Сергеем. Видим, мы всегда стараемся помочь. То есть и дверь подержать, и вот здесь на заехать, как-то помочь в подъезд. Вот. Ну, как-то вот стараемся проявить, чем можем, свое участие. В участии и поддержке нуждается каждый человек. Болен он или здоров, говорит Сергей. Он вселяет уверенность тем своим знакомым и близким, как хрустальный человек из его любимого фильма «Амели». Нужно просто всегда идти вперед. Шанс упустите, тогда со временем сердце у вас станет абсолютно таким же сухим и ломким, как мой скелет. Действуйте. Сейчас. Черт возьми.